Так, бежим на квест. Ма, все, как и обещал, один раз. Запомнили? Да. Почему столько вариантов? Кузьма его звали. Минин. Разные прочтения. Разные... Говоры, диалекты различные. Там тут записали не так, тут так. И, в общем, разные варианты есть. Да? Русь большая, ширится, да? Все по-разному. Хорошо. Скажу сейчас неприятную вещь для всех женщин, но он даже заложил жену и сына. Молодец какой. Чтобы для получить ополчения. С этого деньги и вложить очень в общее хороший дело. Вообще ход. Нормально. А сына-то мне зачем нравится. Его надо было отправлять в ополчение? Ну, потому что... Ну, может, плавить его. Больше давали, да, пара? Как это работает вообще? Да, он не отправил потом обратно. Нет, он купил обратно, вернул. С процентом. Ну да, по залогу отдал, пользуйтесь. Только по назначению все это делать. Я уже сказать не могу. Свечку не держал, что там Минин как и где. Хорошо, настолько вот он родил за это дело. И вот своим духом он пробудил в людях одно классное чувство, необходимое каждой стране в сложный период. Какое? Патриотизм. Патриотическое чувство он пробудил. И поставили ему здесь сколько памятников? Четыре, вы сказали. Все, красавцы, вообще, все люди память просто вообще запомнили. Залечивал раны после первого ополчения. Почему нижегородцы обратились именно к нему? Рядом. Страшно, когда так делают, да? Но на самом деле, сейчас будет шутка. Не знаю, хорошая или нет, но не было дешевых билетов АВСЛ, да? Нельзя было долететь куда-то до Москвы и найти воеводу. Очень долго было, а здесь через реку целый Пожарский сидит. Не целый, лечился, залечил раны. Ну, потому что целый же он же залечил, он же не ампутированный был. Полуфабрикат сидел такой, готовый, но готовый помогать. Но произошла странная ситуация. Пожарский три раза отказал. Плохо просили. Почему? А теперь я говорил, что будет немножко глупости, сейчас будет глупости. Вам нужно досмотреть до конца, это вытерпеть. Художественный вымысел, но вы должны понять, в чем суть. Готовы? Выходите ко мне, я буду вас питать. Вы когда-нибудь были боярином? Нет. Сейчас будете. Давайте. Давай. Представьте себе, Мугреевка, сидит Пожарский, в руке у него кружечка чая, там Иван чай какой-нибудь пьет, борода у него с сапогом. И мы приходим, это борода боярин, ну сапогом, лопатой. А, ну так такое. Уточняйте, это я же дословно вот. А вот боярин Акакий, я нижегородец. Акакий! Вы тут такие смерды. И мы с ним такие. Заходим, говорит, тише, смири свой пыл, это Пожарский. Я Пожарский. Ты молчи, ты молчи, я говорю. Все, мы заходим, Пожарский пьет чай. Мы такие, Димка, родной, дорогой. Пойдем Москву освобождать. Вот тебе боярин Акакий, ни слова больше. Он за денежку отвечать будет, поможет тебе. А Пожарский хмуря бровь допил Иван чай, взял в руку, замахнулся и сказал: не до мелочей. Акакий, пошел вон отсюда! И в лоб Акакию прилетела кружка. Так, Акакий понятно. Был уничтожен. Уходи, Акакий. Да. Мы думали неделю, что не так, чем не угодили. Может быть, ему Иван нужен был. Нашли Ивана. Выходи. Да баба ему нужна была. Мы второго боярина приходим. Молчи, все будет. Боярня. А Пожарский в этот момент пил чай и смотрел в окно на просторы нижегородские. Опять Иван чай, да, пил? Ну да. Лучший чай есть. Зеленый чай пил. Может, ему мужчина был? Ну вот. Да сейчас посмотрим. Мы говорим, Иван, Иван. Смотри, Пожарский, вот тебе, боярин Иван за деньги будет отвечать, пойдем с нами. А Пожарский вот так в окно посмотрел, мы из кустов-то выглянули, кружку наклонил и льет на голову боярину чай. Поэтому за деньгами он и сам присмотреть льет, 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 уже Волга из берегов вышла, кружка не кончается. Разбивает кружку, говорит, забирай этого проклятого боярина. Мы в третий раз пришли к нему, пойдемте, все, кончились. Думаю, женщину в боярина переодели, говорит, вот тебе, боярин Натан. Пойдем. А Пожарский стоит, мы заглянули в щель. Кружек нету, думаем, наш шанс, короче. Ну все, мы зашли. Через постель? Да, Пожарский оборачивается. Вы близко, близко, близко. Он видит боярина. И вот так вот.
У него кафтан, вот так расстегивает кафтан. Мы напряглись. Думаем, сейчас план сработает, но у него я здесь смотрю. Было много кружек просто. Ох, и он кидается кружками и говорит, пошли вон, опять не пойду я с вашими боярами никуда. У меня здесь невидимая табличка, этого не было. Но исходя из этой забавной истории, почему он три раза отказал? Подумайте. Он хотел сам все держать в своих бюджет руках? Думаем, я не просто так. Не тут, доверяю. Кто-то... Это ж на поедине всегда приходит и просит на царство, ну, как минимум с первого раза никто не соглашается. Не, наверное, что-то ему не додали, может. Вот здесь, пока здесь. Пока Минин не пришел, честный. Ближе, ближе, да. Чего он не доверял? Боярам не доверял. Боярам не доверял. Почему боярам не доверял? Потому что воруют. А это честно. И первые, кто сдали Москву, это были бояры. Они уже такие, все. Он сдал. Они уже сидели там, все нормально. Мы попилим, все сделаем. Ему это не нравилось. И самое интересное, они приходили и говорили, да они там будут за деньги отвечать, пойдем собирать деньги. А Минин что сделал? Да, Минин пришел уже с деньгами и сказал, у меня все есть. Я жену заложил, пойдем за мной, Пожарский, ты понимаешь, что отступать некуда. Да он не получен преступным путем.